Сейчас я вам покажу, так выглядит госпиталь города Перта. Внутри госпиталь. То есть здесь и шоп, то есть магазин здесь, и детские игрушки. Все. Все вместе. Здесь. Так выглядит вход в него. Так выглядит города Перта. Вот такой госпиталь. Его название Medoc Emergency. Кафе. Можно перекусить. Все здесь. В госпитале предусмотрено для пациентов. Все. Можно прийти, покушать здесь. Здесь же все вместе. Туалеты и душевая комната. Здесь, не отходя от процедур, специально для пациентов, все комфортно. Все рядышком. То есть здесь делают процедуру, физиопроцедуру. Вот такие оборудованные кровати техникой. Люди здесь в соседнем отделении спят уже. Проходят процедуры и спят. Слышно дыхание. Вот такая. Здесь это отделение, физиоотделение. Подглядываю. И перчатки одноразовые. Вот гели. Вот красные, это гели для рук. То есть все должно содержаться в чистоте и порядке. Каждая кабинка снабжена вот телевизором. Посетитель может лежать, принимать процедуру и смотреть телевизор. Это телевизоры в каждой кабинке. Поэтому все сделано. В заключение для информации хочу вам сказать, что стоимость одного дня пребывания в данном госпитале составляет $290. Это без учета питания, сюда входит только консультация врача, общие анализы и назначение врачом лечения пациенту. $290. Также вот сканирование, которое проводилось на органах малого таза, в том числе почки, оно стоит $580. Результаты сканирования выдаются как на бумажном носителе, так и на диске. На этом прощаюсь с вами, мои дорогие. До новых встреч. С вами была Светлана. Пока-пока.